Друзья, всем привет! Сегодня вот хочу сделать либо пересадочку, либо перевалочку своего нового папоротника, который я приобрела 2 недели назад. Где-то. Стоял на обработке. И вот что-то вот третий день желтит эти ваечки свои. И вот я сегодня хочу посмотреть у него корневую. И, может быть, его надо пересадить. Он контейнер как приехал, так и сидел. Друзья, сейчас посмотрим. Так, горшочек убираем. Так-то вроде не сказать, чтобы тут что-то плохо. Ну что-то, видать, прям один торф, видать, прям ему, наверное, что-то не нравится, почему он так начал себя вести-то. Вот. Даже не знаю, потрошить неохот его. Может, чуть-чуть вот так снять снизу хотя бы. Ох, тут как мочалка. Ну, попробуем сейчас отодрать. Мне кажется, это уже не нужны. Они сухие такие. О. Сухие-сухие. Уже даже у него там и места нет, наверное, куда расти уже. Вот. Я так чуть-чуть его сейчас попотрошу и посадим горшочек его. Чуть побольше. Сейчас, друзья. Еще чуть-чуть. Так. Вот. Вот так насильно не буду, наверное. Хотела вот в низенький сначала горшочек посадить. А сейчас что думаю, наверное, он ему маловат будет. Так-то вроде бы и ничего. Не знаю даже. Ну ладно. На то немножко угля положу. Уголь у меня свой. От шашлыков. Своя яблонька. Я когда сделаем там опилку деревьев, я никогда не выбрасываю, все складываю, а потом сжигаем. И уголь получается. Сейчас, друзья, посмотрим. Да не, маловатый мой горшочек. Сейчас вот тут другой достанем. Побольше, который. Вот этот. Потому что, друзья, тоже так же на балкон сыпну. Вот. Ну и в землю я тоже там добавляю, что я там буду сажать. Субстрат я всегда тоже уголь добавляю. Сейчас посмотрим про этот. Ну, тоже какой-то маловатый, я вам скажу. Так, еще один сейчас попробуем. Есть у меня еще вот такой. Вот он, побольше еще. Можно было бы в это посадить, но тут прям практически 5 миллиметров. Считай, что ни пересадка, ни перевалка. Сейчас еще об один попробуем. Вот. Вот этот побольше, который. Здесь уж точно вот он. А то он что прям не нравится ему, видать. Вот так уголечек. Землички. Сейчас его примерим. Так. Вот усики у него хорошенькие. Некоторые туда попадут, пусть. Во, вот это прям его. Это прям его. Сейчас, друзья. По бокам прям хорошо сыпется. Я вообще-то свои папоротники всегда... Ну, как всегда. Ну, раз в месяц поливай с лимонной кислотой. Если есть лимон, водичку капай. И поливай они мне. Им нравится, короче. Вот. Хорошо, что я посмотрела его, а то он прям вообще. Прям погибать начал.
Конечно, сколько он дороги ехал. Да у меня вот уже до магазина стоял, да у меня вот уже почти 2 недели. Вот, поэтому ему нужна обязательно пересадочка. Вот. Друзья. Посадила. Сегодня я его оставлю в этой своей цветочной комнате. Вот такой. Так, друзья, еще у меня есть один цветочек. Сейчас я его принесу, посмотрим. Вот, друзья, это Диффенбахер рефлектор, который тоже не очень давно приобрела. Мне кажется, что-то у нее горшочек маленький. Ну и вообще, как говорится, чужой горшок. Я не знаю, что там у нее с корневой, что там как. Вот я хотела бы ее тоже посмотреть. Друзья, сейчас вместе с вами откроем, посмотрим, что там у нее. Вот, я буду знать там. А то хозяйка говорит, вроде, я уж пересадила, ничего не надо. А я-то не знаю. Ну да, свежее все, свежее. Посмотрим деточек. По идее, можно было бы все обрезать. Деточек поставить на перекоренение. Но это я буду до весны. Сейчас, наверное, я ничего не буду. Вот я в свой горшочек сейчас посажу, вот в этот. Как раз я что-то подсыпала. Вот. Зато я буду знать, что это мое. И ничье. А то не видел даже корневой ничего. Ну, это женщина, я у нее купила. Она из Голландии. Все время заказ там из Таиланда. И она это... Она, видать, еще, может, густистей была. Она, наверное, ее... Ну, что надо там... Смогла, удалила. Ну, как от череночки убрала. А вот что осталось, продала. Ну и те, конечно, она продала. Вот. Вот, теперь зато я буду знать, что это... И что там, и как. До весны пусть будет сидеть. А весной тогда я, муж, ее отчику, и им дам малышам расти, а то она их затеняет. Ну вот, друзья, вот такая посадочка у меня получилась, друзья. Вот они, красавцы. Сейчас пролью их. И с Богом. Друзья, ну всем, кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Заходите в гости. До новых встреч, друзья. До свидания.